Вечную пробку на улице Родионова уберут. В районе Родионова-Блинского начались работы по расширению дороги. Завершить их должны уже на следующей неделе. После уже устройства покрытия, да, будет 4 полноценных полосы движения, да, из центра города в область. Это одна полоса будет здесь налево на улицу Лысогорскую, две прямо, выезд из города, и одна правоповоротная на улице Бринского. Соответственно, эффект, который планируем достигнуть, это повышение пропускной способности данного перекрестка процентов на 30. Кто ездит на работу с работы, то торчать вот здесь в пробке, это... Я когда раньше ездила, то я выходила на ленте и шла пешком. Этот перекресток проходил, потому что так быстрее получается. Здесь прям пробка стоит все время, от Фантастики до того, получается, до Бринского. Порядки рабочего состава здесь составляет не менее 10 в данный момент. Единиц техники где-то порядка 4-5 единиц техники на каждый день. Есть определенные условия выполнения этой погоды, да, то есть пока не мере погода никак не препятствует для выполнения работы. То есть не минус 5, не минус 10, здесь и интенсивные работы ведутся для того, чтобы в сроки успеть подготовить эту дорогу, чтобы не попасть в морозы, в снег и так далее.